Органический сирен. У нас сегодня на обзоре с официального сайта интернет-магазина Siberian Wellness органический сирен. Посмотрим, что за он по составу, по описанию, по применению. В общем, все расскажу и подскажу. Все ссылки на официальные интернет-магазины в описании к этому видео. Сейчас я нахожусь на российском сайте. Если вы, соответственно, из Беларуси, для вас актуально будет белорусский сайт, ну и другие страны, соответственно. Давайте с вами перейдем. Это серия органических минералов, здоровье. Да, вот тут здоровье, органические минералы, и будет селен находиться. Это антиоксидант, органический селен в концентрированной форме, усиленный экстрактами растений, витаминами С и Е. 810 рублей – это цена в моменте, когда вы будете смотреть это видео. Цена, возможно, изменится, поэтому актуальные цены в описании к этому видео. В количестве упаковки, да, 60 капсул. Нам нужно по одной капсуле в день во время еды на протяжении одного месяца. То есть вам хватит вот этой баночки на 2 месяца, да. 2 месяца, потому что по одной капсуле в день во время еды. Если есть какие-то, ну, заболевания, либо уже в индивидуальном более порядке, можно будет скорректировать дозировку, это написать врачам в компанию, где, например, можно будет по 2 капсулы. Но здесь для профилактики по одной капсуле в день. В индивидуальных случаях, возможно, дозировка будет немного иная. Поэтому здесь напишите мне, я составлю запрос в компанию, и мы уже точно будем знать в вашем случае. Капсулы вот такие прозрачные. Вот так вот выглядит упаковка. Ну и сама баночка, она такая прозрачная, пластмассовая. Удобно потом для повторного хранения чего-то там. У меня, допустим, в таких баночках специи хранятся. Ну, то есть очень удобно в этом плане того, что можно повторно использовать для дома. Очень-очень даже хорошие баночки. Ладно, отошла от темы. Описание – это антиоксидант. Если говорить про состав, да, шлемник байкальский, общеукрепляющее действие, избавляет от нарушений сна и помогает справиться с нервным напряжением. Экстракт шиповника, это у нас витамин С и антиоксидант. Экстракт чеснока, омолаживающее действие, улучшает работу пищеварительной нервной системы, повышает иммунную защиту организма, благоприятно влияет на рост и деление клеток. Ацерол, это всегда витамин С, в повышенных дозировках, в этом плане очень хорошее дополнение. И дигидрокверцетин, получается, он из древесины даурской лиственницы. Вот, интересно, такое тоже в составе компонент. Раньше я с ним не встречалась, но вот он здесь добавлен. Он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует нормализации уровня холестерина в крови, сохранению зрения, улучшению общего самочувствия. Вот. Очень интересный состав, он дополняет друг друга. И селен, один из топовых селенов, который вообще есть. Это на самом деле так, очень хороший состав и очень эффективное действие. Документы и материалы тоже можете ознакомиться. Свидетельство халяль – это то, что не содержится в капсулах свиной желатин. По религиозным соображениям это очень важный момент. Состав дополнительно что же можете посмотреть. Селен – это 147 адекватного уровня потребления. Для женщин, для мужчин – 200, для мужчин – 147. Вот, женщинам селен нужен больше. Вообще селен, он рекомендуется еще из каких-то женские программы, да, там по зачатию, по уменьшению и восстановлению гормонального фона. Ну, то есть селен, он очень важен, особенно для женщин, поэтому зачастую в программах селен встречается. Капсулы из говяжьего желатина. Тоже очень важный момент. Здесь наличие злаков, это, в принципе, в каждом прописано. Вот. Когда будете смотреть противопоказания, да, это индивидуальная непереносимость того либо иного компонента. Поэтому смотрите обязательно про состав, смотрите, если что, чтобы вам это не вылезло. Да. Вот. Отзывы тоже можете посмотреть. Здесь, правда, один, но, в принципе, очень много отзывов есть. Если есть такая необходимость на канале, я обычно оставляю отзывы, можете посмотреть.
Если нужна консультация, пишите мои контакты в описании к этому видео. Если же хотите заказать, в корзину добавляйте, ну и дальше оформляйте, как в обычном интернет-магазине. Ну, для оформления необходим личный карта клиента, кабинет клиента. Вы нажимаете «Оформить заказ», вводите своим имя, фамилию, отчество и номер телефона, ну и, соответственно, создаете свой кабинет клиента, получаете кэшбэк до 15%, ну и участвуете в акциях и розыгрышах всевозможных от компании. В общем, здесь, конечно, много плюшек есть. Ну, про розыгрыш это у нас в команде устраиваться, так что тоже есть такой вот нюанс. Если хотите, можете поучаствовать. Ну, это на мне напишите, я вам уже подробненько все расскажу и подскажу. С вами была Анна Павлока, подписка, лайк, комментарий. Много обзоров есть на канале, поэтому подписывайтесь, чтобы не потерять канал полезный, приполезный. До новых встреч, новых видео. Всем пока, увидимся.